Здравствуйте. Хотела бы оставить видеоотзыв о работе с Леночкой по эфирным маслам. Не обращайте внимания на мой нос, я простыла. Ну, поэтому и стала звонить Лене, спасай. Получила посылку эфирных масел. Вот, получила диффузор. Вот он у меня работает. И стал вопрос именно на сегодня, первейшее это ну, лечение, оздоровление, так скажем, потому что нос бежит, что-то, температура где-то 37,4, и хотелось как-то немножко себя пободрее чувствовать. Начали мы вот с этого масла, очень мне понравилось, Онгард, сразу я учила, что есть цитрусовая нотка. Я подумала, что это апельсин или мандарин. Оказался действительно дикий мандарин. Очень, очень приятный. И мы его сразу запустили в диффузор. Получила колоссальное как раз удовольствие, пока мы общались с Леночкой. Вот. Но вот самое откровение, так скажем, для меня была это перечная мята, пепперминт, если я правильно прочитала. Потому что вот настолько затуманенная голова была, и вот прям буквально одно движение, как говорится, к вискам, капельку мы мазали на руки, и я еще пожаловалась, что у меня, видимо, невралгия разыгралась, у меня болела прямо вот грудина под левой грудью. Буквально 5 минут у меня все прошло. Я настолько была удивлена, я говорю, Лена, но это волшебство, такого не бывает. Она говорит, бывает. Поэтому очень рада знакомству с этими эфирными маслами. Всех призываю пользоваться этими. И, конечно, консультироваться у Леночки, потому что она просто умница. Она настолько все подробно рассказывает, объясняет. И самое главное, применять это постоянно. Тогда будет замечательный эффект. Я тоже думаю, что буквально 3 дня, и я буду как новенькая, потому что первый день, как говорится, всегда бежит из носа, на следующий день уже легче. А масло нам помогает просто-напросто дышать. И очень приятный аромат. Всем советую. Леночка, спасибо огромное тебе. Очень всегда рада тебя видеть и слышать. Пока.